Минске вот на проверку на детекторе лжи преподносят даже в виде подарочного сертификата. Прекрасно. Павел, я знаю, что вам дарить на день рождения. Да. А вызвать специалиста с оборудованием можно и на дом, в любую точку страны, кстати. Компания проверяет новичков при приеме на работу, семьи, прислугу и друг друга. Места на детекторе пусто не бывает. Да, видимо, я туда пойду. Множество датчиков и проводов. И все для того, чтобы узнать правду. Полиграфолог Александр Радкевич начинает с теста на имена. Мне называют 5 женских имен, в том числе и мое настоящее. По правилам тестирования нужно солгать, чтобы полиграф понял, как мой организм реагирует на ложь. У вас зовут Дина? Нет. Чаще всего в эту комнату приходят решать бизнес-задачи. Например, кого лучше взять на должность топ-менеджера. Приходят и влюбленные пары, чтобы разобраться в отношениях. Из моей практики, если в процентном отношении взять, то, наверное, 80%, а может больше, удалось просто людям помочь. Отрегулировать отношения. Они уходят отсюда, взявши за руку. Я считаю, что это хорошо. Это хороший результат. С недавних пор проверку на полиграфе проходят и сотрудники МВД Беларуси. Тех, кто не прошел тест, сразу не уволят. А вот над продлением контракта подумают. Метод, на мой взгляд, очень эффективный. Он позволяет нам упреждать многие негативные процессы и явления в нашей системе. Нужно помнить лишь одно. Полиграф определяет значимость темы для тестируемого, а не то, правду он говорит или нет. Инна Соголович, Александр Дашук, Мир 24.